Для создания привлекательности не обязательно прибегать к дизайнерским решениям. Так во дворе по колхозной 66 в Новоникольске вырастили палисадник. Притягательный вид здесь повсюду и даже за домом. А вот и хозяйка живописной клумбы Ольга Дудко. На участке, за которым ухаживает Ольга Степановна, взгляды притягивает розовый клематис. Сейчас растение пышно цветет. Может показаться, что посажено все с определенной задумкой, но это не так. Дело в том, что здесь очень такая сложная почва, поэтому стараемся неприхотливая, чтобы оно росло. Потому что тут такие моменты бывают, у нас бывает затапливают, когда наводнение. Что выживает, то растет. И все очень просто. А со стороны парадной у каждой клумбы своя хозяйка. Цветники один другого краше. В композициях проглядывается индивидуальность активиста. Кому-то по душе пестрые однолетники, другие предпочитают смешивать их с многолетними растениями. А вот председатель домкома Валентина Панарина любит, когда за массивными кустами гортензии и хризантем можно спрятать нежные, хрупкие розы и колокольчики. Ну да, у меня здесь собственный дизайн получается, потому что я люблю художественный беспредел, и в этом я вот выразила все на клумбе. И тем более, что цветы любят, когда они тесно растут, когда они друг друга поддерживают, как в дружной семье, так у меня цветы. Территория на колхозной 66 в Новоникольске очень большая, требует постоянного ухода. И он здесь есть. Это видно по состоянию двора. Чисто, нарядно, по всей территории высажены деревья и кустарники. Жители живут дружно, и у каждого активиста свои обязанности. У нас определенные лица, у каждого своя работа. Вот соседка Валентина с моего подъезда, она обрезанием кустарников занимается. То есть она, это ее любимая, можно сказать, работа. Она все время со своим инвентарем и все это делает. Вот так по наитию высаженные растения становятся главным украшением двора. И все же, чтобы воплотить самые смелые творческие идеи, иногда стоит прибегнуть к секретам ландшафтного дизайна. Владеют ими в парке «Зеленый город» в селе Баневурово. Совсем недавно мы о них делали отдельный сюжет. Специалисты питомника ждут наших героев к себе на обучение и готовы с радостью поделиться опытом. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.